Однажды после концерта подходит ко мне девочка лет 5-6, видно, будущая пианистка, и спрашивает: «Дядя пианист, вот вы столько нот сыграли разных самых в концерте, и ни одной не забыли. Это у вас всегда так получается?» Я ей, конечно, ответил, что в моей профессии, как и во всякой другой, бывают всевозможные накладки. Случается забыть не одну ноту, а несколько даже. А сам представил себе пианиста, который забыл целую пьесу. И вот так родился коллаж, музыкальная шутка, которую я назвал «Рассеянный пианист».